Я крутой! Я качок! Нет, только не это! Меня зовут Дэниел Луго, и я фанат фитнеса. Основано на реальных событиях. Однажды мне захотелось изменить свою жизнь. Так держать! Чтобы ближайшие 40 лет не ходить на работу в трениках. Мистер Добо, вы принимаете стероиды? И кажется, они меня подкосили. Не волнуйтесь, спасать пенисы наш конек. Я сам всего добился и заработал кучу денег. Может, тогда потратишь немного на салат? Знаешь, кто изобрел салат? Нищие. Что с тобой, Дэйл? Тебе еще не надоело все это? Да я уже привык, штанги. Я про твою жизнь, приятель. Ты хоть раз платил за квартиру вовремя? У меня есть план. Где ты сидел, брат? На севере. Готов поработать? Нельзя просто похитить человека и все у него отобрать. Это незаконно. Очень даже можно. Виктор Киршев тот еще ублюдок, он этого заслуживает. Никто ведь не пострадает, да? Конечно нет. Мы его схватим. Вот он! Он подпишет бумаги. Дадим ему протеиновый коктейль, он даже ничего не заметит. Я смотрю очень много фильмов, Пол, и знаю, что делать. В апреле. Эта банда бодибилдеров отняла у тебя все. И что теперь будет? Теперь мне придется работать. От режиссера Майкла Бэя. Мне надо подкачаться. Правильно, давай. Чтобы мышцы заболели. Так, держать. И потом. Это называется без насилия? Я знаю, я тоже против жестокости, честное слово. Я не убиваю людей. Принято к сведению. Послушай, когда все закончится, мы пойдем в поход. Хорошо.